Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией по возможности. Вот что я нашел о Клоде Вайсбухе. Клод Вайсбух – мультидисциплинарный художник, гравер, выдающийся литограф. Родился в 1927 году и умер в 2014 в Париже. Был учеником школы изящных искусств в Нанси. Клод Вайсбух учился в школе изящных искусств Нанси, затем он стал преподавать гравюру в школе изобразительных искусств Сент-Этьена. Не очень известный в начале своей карьеры, он начал добиваться успеха только в 1961 году, когда получил ежегодную премию критиков. Несмотря на то, что он очень талантливый рисовальщик, прославился прежде всего своей практикой гравирования. В своих гравюрах художник черпает вдохновение из окружения. Его повторяющимися сюжетами являются портреты артистов оперы и театра. Рисовал активные мотивы, как написано, такие как музыканты, лошади, персонажи, доминирующие в его работах рельеф и бархатистые линии. Используя темные тона, которые выражают его острое чувство, Клод Вайсбух непрерывно улавливает динамику жизни в виде живописных, музыкальных и литературных выражений, которые по сути являются человеческими. Будь то страстный скрипач, подвижный актер или натурщик, окутанный безмолвной интенсивностью, все они переданы с любовью Вайсбуха к драме. Мазки кисти размашистые и смелые, окраски текучие. Его картины полны движения, создают впечатление замедленного движения и демонстрируют страстную человечность, окрашенную уникальной энергией. Клод Вайсбух любит работать с контрастами. В основном он использует коричневые и белые цвета. Контраст подчеркивается его техникой. На его гравюрах движения предмета и жесты художника играют главную роль. С помощью обработки Клод Вайсбух придает своим произведениям незавершенный вид, часто оставляя большую часть поверхности пустой. Скончался Клод Вайсбух 13 апреля 2014 года в Париже. Вот так вкратце, из тех данных, которые мне удалось найти в интернете, о мультидисциплинарном художнике, гравюре, выдающемся литографе Клод Вайсбух. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.